самую современную клинику по всем возможностям и составу людей встроить в это старинное здание. Это была очень амбициозная задача. Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня большой праздник. Мы открываем 4 наших интегрированных операционных в городской клинической больнице имени Давыдовского. Это большой праздник. Мы благодарим наших друзей, компанию «Карл Шторц» за то, что сделали нам прекрасные операционные, вот, в которых мы имеем счастье работать. Оборудование, у вас возможность реализовать все свои мечты, все свои скрытые желания в совершенствовании в профессии хирургии. Очень важно, что у нашей хирургической службы появился такой супер фантастический высокотехнологичный дом. Эти операционные, которые, где каждому хирургу захочется вернуться сюда и оперировать здесь, и взять самого тяжелого пациента именно сюда, в свою операционную. Поэтому я всех поздравляю с этим праздником появления Дома хирургии больницы Давыдовского. Действительно историческое событие. Этому зданию там больше 200 лет. И сегодня мы видим в этом старом здании новые применения новых технологий в хирургии. Конференция, которая была организована администрацией больницы, хирургической кафедрой Эдуардом Абдулхаевичем, его, так сказать, спонсорами, помощниками. Это большое дело. Большое дело в первую очередь для молодых хирургов, которые осваивают новые технологии, лапароскопическую хирургию. Сегодня здесь, в этой больнице, 4 интегрированных операционных. Это не каждый европейский центр может похвастаться таким количеством современных операционных с современным оборудованием. А здесь, это вот в центре Москвы, на набережной, мы видим, что эта старая больница получила новую жизнь. Собственно, одним из достояний является введенные, установленные и уже в настоящее время работающие в полном объеме 4 ОР-1 операционные. Соответственно, мы приглашаем всех на данное мероприятие для того, чтобы вы смогли посмотреть, насколько эти операционные функциональны, как они работают, что они позволяют делать. Мы, на самом деле, уже в полном объеме ощутили положительные стороны данных операционных. Покажем преимущества работы в таких условиях для хирургической бригады. Мы покажем, для чего и как удобно использовать наличие 2 мониторов. Это позволяет хирургам не двигать стойки, не останавливать операцию во время смены положения. И, соответственно, удобно и комфортно оперировать для операционной медсестры, которая помогает на операции. И лучше ассистировать ассистенту, который работает на видеоблоке и помогает, соответственно, руками.